рублей за штуку. Так, так, так. 300. Да. 330. 360. Это... 36. Какой? Не, 10 рублей. 300. 360. Да. 12. Я думаю, наверное, ответ 15. Нет. 20? Нет. 16? Нет. А нужно 500 на 30 разделить, верно? Верно. Я только что... А мы какую задачку решаем? 13-ю? 14-ю. А, ладно. 15. Нет? Нет, не 15. Тогда может. 17. 17. Какие были варианты ответов? Какой? Ну, какие варианты? Три на тридцать. 16 и 6 остаток. 3 на 30 тоже 90. Какие были варианты ответов? Можете повторить варианты? 16 и 6 с остатком. 16 и 6 с остатком. 20 было? 15 у кого? Меня. Правильно, 15. Да, 15. Так. Идем дальше. Теперь у нас 15-е. Школьную библиотеку привезли. Надо 25 умножить на 9. Да, 25 на 9. Тогда это 22 на 9, 5 на 9 на 10. Нет. Это 25 на 9. Да. 250 минус 25. 250 минус 25. Сколько будет 250 минус 25? 250 это уже 225. Давайте не вслух рассуждать или выключить микрофон, потому что некоторые могут подслушивать и ответы говорить за вас.
уже решила, у кого есть варианты ответов. Ара. Пять? Да. Нет. Я нашел, я Александр. Под именем. Инна Куснарева. Я Александр нашел. Сколько? 200. Нет. А, да, 5. Прошу прощения. Да, 5. Следующее, давайте 16. Для приготовления вишневых варенье на 1 килограмм вишни нужно 1,5 килограмм сахара. Сколько килограммовых упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 27 килограммов вишни? Я знаю ответ. Сколько? Пушина. 40. Я нашла. Килограммов с половиной. Это что, ребят? 40 килограмм с половиной, да. Ребят, давайте по очереди. Это что? Просто скажите. Женский год первый. Это что это? А вы понимаете, я не мог зайти никак. Это математика? Спрашивают, это математика или нет? Да, математика. Это математика. Я нашла. Я нашел. 40. Нет, не 40. 40. Нет, не 40. 40 с половиной. 5 с половиной. 40 с половиной. Не 40. 40 с половиной. Нет, не 40 с половиной. 54? 54? Нет. Это тогда. Половина. 40 с половиной. Пример решен правильно. 40 с половиной, но ответ не верный. Чего? Ответ неверный, а ответ на пример верный, но ответ на задачу неверный. Не 40 с половиной. Пример? Пример, ну то, что вы решили, 27 умножить на 1,5, получается 45, правильно, но ответ не 45. Ну, с половиной, 40 с половиной. Так, и тогда? Тогда? А как означает? 1 килограмм. Нам нужны в килограммовых упаковках. А если в килограммовых, значит, нам нужно половинку откуда-то взять. Значит, мы берем еще один пакетик, и получается 41 пакетик. Упаковочка. 41 по килограмму. Вам же не продадут половину. Там же килограммовые упаковки. Поняли? Да. Да. Да, поняли. Все. Да, тогда 17. На счет.
счету машинного мобильного телефона было 53 рубля, а после разговора с Аленой осталось 8 рублей. Сколько минут длился разговор, если одна минута разговора стоит 2 рубля 50 копеек? Ну, можно сказать, 2,5 рубля. Все, решайте. 3 минус 8. 53 минус 8. О, давайте выключать это микрофон, чтобы никто не слышал. А то это могут использовать. Я нашел. Ты ничего не нашел. А мы какую задачу решаем? Введена 17-я. А, Ясмин, ты уже сделала? Нет, ты сразу говорила. А. Сделал. 20. Ты уверен в своем ответе? Ну, да, 20 минут. Так, варианты ответа 20-18. Кто согласен с каким ответом? Я с 12, я с 20. И я с 20. И я. Хорошо. Все с 20 согласны? Я еще не решила. Да. Они решили. У меня двадцать. Кто умеет в зуме поднимать руки? 18. Поднимите руки. А, 18. У кого 18? Только... Просто открой участник и нажми поднять руку. Да, так. На самом деле 18, потому что... Потому что... Если мы умножим на 20, 2,5, то получится 50. А мы... Нам нужно делить на 45, так как если 53... Будет 18. Да, 18. Правильно. 53 мы должны из 53 вычесть 8. Получим 45. Потом 45 делим на 2,5. Ну, просто 2,5. В итоге получится 18. Кто не верит, можете проверить. Фёдор что-то говорит, просто непонятно. Очень тихо. Фёдор, тебя не слышно. Точнее, слышно, но очень-очень тихо. Ты как будто вдалеке. Я не слышу.
Что? А я ее вообще не слышу. И вот куда-то зашел, мам. Напиши в чат. У меня наушники хорошие, я слышу тебя, но чуть плохо. Так, хорошо. Давайте следующую задачу решать. 18-ю. Выпускники 11-го. Чеширский код что? Просто поднял. Тебя плохо слышно? Что-то... Да, пиши, пиши в чат, можно. Некоторые пишут и отвечают так. Так, выпускники 11 А покупают букеты цветов для последнего звонка. Из 3 роз каждому учителю и из 7 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 15 учителям, включая директора и классного руководителя. Розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы? Так. Сан. У кого есть ответ? Кто решил уже? Девятьсот сорок пять. Что? Я нашла. Сколько сидишь? 865. 800 сколько? 75. Просто 800 или 1875? 875. Прочитал. 875. Понял, 875. Как вы решили? Я в чате напишу. Ну, а нет, объясни, как ты решил. Просто словами. Ну, я сделала... После этого. Умножила. Я умножила 3 на 7, а потом... А зачем 3 на 7 умножать? Зачем ты умножила? Зачем умножать? Нам не надо. Мы должны умножить на количество. У нас всего 15 учителей, включая кого? Включая классного руководителя и директора. Значит, 15 минус 2 получается 13. Правильно? Правильно. У нас остается 2, 2 по 7. Но нам же сказали, что 7 роз классному руководителю и директору. А по учителям, вот 13, мы умножаем 13 на 3, чтобы узнать, сколько... должно быть роз. Получается 39.
и умножаем 2 на 7. Получается 14. Складываем это. Получаем сейчас. И потом умножаем на 35, потому что мы узнали, что 53 – это количество всех роз, которые надо купить. Умножаем, и получается 1855. Понятно всем, как я сделал? Все поняли? Нет. Да, все поняли. Нет. Да. Откуда у Федора 16 000? На самом деле у нас, я как объясню, получается. Тебе очень плохо слышно. Так, давайте продолжим. У нас 19-я уже задача. Так, 1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 80 копеек. Счетчик электроэнергии за ноябрь, за 1 ноября показывает 12 625 киловатт-часов. А 1 декабря показывает 12 802. Сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь? Кто может решить эту задачку? Желающие решить? Я решил. Вышло 300 рублей 90 копеек. Нет. А, хотя сейчас, секунду. А ты когда успела решить? Сейчас. Хорошо. У кого какие еще варианты ответа? Пока только ты решил. А ты в каком классе? Я вижу, почему-то математика пишет, вот там пишет, а математика пишет зачеркнуто там. Я пытаюсь войти, а у меня все время почему-то входит в рисование, не знаю почему. Хотя я записываюсь в математику. О, а у тебя звук улучшился.
хотел вот это вот, а у меня тут еще этого шага. Я нажал на дверь, решил там заранее записаться, и вот тут я оказался. Так, пишут в в чате, что... Калькулятором можно пользоваться? Вообще нежелательно. Небольшие числа умножать. Все равно нежелательно. Тогда нечестно будет по отношению к другим. Ну тогда ладно, 180. Ну ладно, буду тогда столбиком умножать. Получается, писали в чате, 300 рублей 90 копеек. Сколько? Ответ уже сказали два раза. Точнее, сказали один раз, а написали два раза. Даже решение написали. Хотя, вот, решение, а решение-то неправильное. Решение неправильное, потому что 80 копеек, а написали 50. Просто ошибся в написании. В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 70 копеек. Отдыхающие обменяли рубли на гривны и купили 5 килограммов помидора по цене 4 гривны за 1 килограмм. 3, а не 5 килограммов. Ну, а я сказал 3 вроде бы. А, ну ладно. Извините. Я сказал 5. Хорошо. По цене 4 гривны за килограмм. Во сколько рублей обошлась им эта покупка? Ответ округлите до целого числа. Насчет округления, кто не знает, я потом расскажу, когда будет ответ известен. Это меньше, сколько копеек минус нуля? Мне получилось 3240 копеек, а как в рубле перевести, не знаю. Сколько у тебя гривен? Нет, у меня копейки, я копейки перевел. Не в рубли, а в копейки. Получилось 3240 копеек. А что тут переводить? Ну, 1 рубль это... 100 копеек. Просто... Можешь написать ответ в чат, чтобы я... Просто у тебя плохой звук. Есть кто еще решил, помимо Федора? Кто еще решил? Сорок восемь. Сколько? 48? Нет.
когда 12 умножаем на 3 рубля 70 копеек, сколько получается? Будет 45? Это не 45. 44, 40 копеек. Я нашла. Сколько будет? 44 и 4 копеек. 40. Да, 40 копеек, правильно. О, насчет округления. Нет, не 45. Про округление. Смотрите, если... А, 43, 43. Нет, просто 44. 44 оставляем. Там же целые 44 есть. Есть. Так вот, если мы сокращаем, и остаток будет больше 5, значит, округляется в большую сторону. То есть, например, 44, если было бы и 60 копеек, значит, было бы 45. Но у нас меньше 5, значит, получается, что 44 остается. Все поняли? Да. Угу. Так. Давайте начнем с первой. А почему там так дешево продают? Что за 2 рубля 4 килограмма? Ну, это разные страны, у них другие мерки. Либо это просто задача такая. Скорость поезда 67 километров в час. Какое расстояние поезда? Поезд проедет за 7 часов. Был на прошлом уроке? Много людей? А я думаю, 469. А. Так. Сколько еще раз? 5. 369. Сейчас, секунду. Сейчас выключу. Так. 67. Мы должны умножить на 7. 7 на 7, 49. Да, 469. Правильно. Дальше. Второй. Самолет за 4 часа пролетел 2992 километра. Какова скорость самолета? Я нашла. Сколько получается? 748. Правильно, 748. А ну да. Дальше, третье. Сколько времени понадобится велосипедисту, чтобы проехать 78 километров со скоростью 13 километров в час? Сколько? Я знаю. 6 часов. Ага, 6. 6 часов. Как вы это решили? Просто 78 поделить на 13. Да. 10,
Получается 6. Да. А 6 умножить на 13. Собственная скорость лодки 15 км в час. Скорость течения реки 3 км в час. Чему равна скорость по течению? 18 метров в час. Шаг 5? Дальше. Да, сейчас. Я только что хотела ответить. 18. Скорость теплохода по течению 28 км в час. Собственная скорость. Правильно, 2 км в час. Следующее, давайте, собственная скорость лодки 16, течение реки 2. Против течения. А какую задачку вы сейчас решаете? Мы сейчас 6. 18. 7. Собственная скорость 40, скорость течения реки 2. Какое расстояние за 4 часа вверх по реке? А какая сейчас задача? 7. 320 километров. 168. Так, есть два варианта. Сколько? Еще раз. 320. 320 и... А? 320 и еще что? 160. А, 168. Так, уверены в своем ответе? Конечно, я уверена. Я да. Да, я уверена. На самом деле неправильно, потому что вверх по реке это против течения. Против течения? А тогда три... Я бы сказала только что скорость. А, тогда будет 152. Сколько? Ну тогда 152. Правильно. А вот это... Как они осознали, я не понимаю. Следующее. Ну, то же самое, только вниз. А когда мы посложнее выберем? А когда мы уже будем решать десятичные дроби? На следующем уроке будут десятичные дроби. Давайте вот последнюю, самую сложную. В первый день геологи ехали 7 часов со скоростью 67 км в час. Во второй день 4. Со скоростью... Это недописанная задача почему-то. Ладно, туристы в первый день прошли 25 км за 5 часов, а второй 28 за 4. Как изменились их скорость во второй день? 25 километров. На 7. На 7 километров. А, не уверены? 2. 2 километра. На 7 километров. На 2 километра. 2 километра в час. На 2 или на 7? 2. На 7. 25 идет к 5 километров в час. 27 переходит в 7. Километров в час. Так, 25 мы должны 2 умножить. 2 километра в час. 4. 2 километра в час. А скорость? Это где... Как вы решали? На 2. Мы делили, она легкая. 25 разделить на 5, 28 разделить на 4.
Первое действие 25 разделить на 5 равно 5. А второе действие 28 разделить на 4 равно 7. 5 меньше 7 на 7 минус 5 равно 2. Правильно, 2. Кто-то говорил 7. Так, нам надо завершать наш сегодняшний урок. Всем хорошего дня, точнее, удачи, хорошего вечера. Пока. До свидания. В следующий раз мы будем изучать... До свидания. Спасибо, дроби. До свидания. Всем понравился урок? Да. Да. Тогда до скорого. До свидания. До скорого. А вот если есть урок учить?